сегодня 1 марта 2024 года. Вы знаете, что это Международный день мартишоры? Только в Молдове делают такие красивенькие куколки, цветочки. Дарят друг другу подарок. И потом, через месяц, нужно снять и повесить на плодовое дерево. Да, Валюша? Да. Да. Вот видите, она делает. О, фикардос. Виталик, как всегда, креативный. Молодец. Это не я, это вся наша команда. Я и моя большая. Это мы только лажили. Я это еще никогда не Люда, как красиво. Смотри, Катюш, какой блин. Великолепно. Ага. Ой, великолепно. Не, не так, как. А вы тут продаете, как вы знаете, контент для YouTube, да? Да. Очень хорошо, молодцы. Татьяна Ивановна не улыбается, значит, ей нравится. Да. Наташенька, ты делала? Вот наши украинки. Учатся вот этих мартишоры. 45. Подрезать. Подрезать немножко, да? Вот еще один столик. Смотрите. Привет-привет. Девочки, вы такие красивые. У вас так получается здорово. Вы, наверное, с детства это делаете, да? Да, с 6 лет. С 6 лет. С рождения. Сразу видно. Она родилась уже с крючком. Умнички. Она, да. Фикахера. С фапаком. С фапаком. Затем столик стоит молдавские девочки. Они, конечно, это умеют, потому что это их национальный праздник. Мартишоры. Подарить мартишоры – это значит объясниться в любви. Это как на День Святого Валентина дарят валентинки. А мы дарим вот такие разные штучки. Вот одна. Я думал, типа кремниевая. Это Оксаночка наша. Ленька, есть тебе мартишорчик? Я думаю, кремниевая форма жизни. Я просто сказал, тут есть мартишорчик? Покажи. Оля, совсем иная. Что? Оля, смотри. Да, что? Мне тоже. Я уже сняла. Я сняла крупную. Наша Маргарита Ивановна, я не знаю, какая она. А почему? Маргарита Ивановна, наш доктор. Какие-то дети вчера делали, а мы доделали. Мальчика сельская. У меня вкусные котики. Оксана, Лариса. Это я такая расстроена. Татьяна Ивановна. А что, что там вот я? Танечка из Запорожья. Шпичка. Шпичка я. Тут тоже узелок сделаем. Видите, все мы осваиваем процесс изготовления красивых мартишок. Тань, ну трудно это делать. Да нет. Нет, интересно. Интересно.
Вот когда получится, будет интересно. А так пока только заготовка. Это не трудно вообще. Вот это легко. А это не знаю, еще попробовать. Да, 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 да. А потом все равно. Две полоски, да. Белые, да? Но мы решили сделать от два красного, два белого. Так само квиточки. Вот еще у нас Лидия. Знаете, она делает цветочек. Смотрите. Красота. Это карандаш, который пишет и исполняет название моментально. Это чучело. Ай, таландыши. Маша.